Их служба и опасна, и трудна. Но если все стражи порядка нашего города будут такими же, как герой следующего сюжета, то любимый город может спать спокойно. Оперуполномоченный отдела полиции Рябинка стал серебряным призером на чемпионате Европы по панкратиону. Этим видом спорта, согласно древней мифологии, занимался сам Геракл. С помощью приемов панкратиона он победил чудовищного немейского льва. Игорю Кириллову, в отличие от древнегреческого бога, приходится сражаться не со львами, а с преступностью. Недавно лейтенанту полиции покорился пьедестал почета на чемпионате Европы по панкратиону. Из Венгрии он привез серебряную медаль. Обладая навыками борцовскими и ударной техникой, я могу уверенно себя чувствовать на улице, постоять за себя, за свою семью, за свою девушку. И в критически трудный момент быть готовым к ситуации. Боевыми искусствами Игорь занимается давно. Все начиналось с секции дзюдо. Первую победу, да, я помню. Был молод еще, был неопытен. Выходишь, нервничаешь. Соперник кажется много раз сильнее. Но когда начинаешь уже работать в спарринге с ним, понимаешь, что он такой же человек, как и ты, с такой же плоти и крови. И когда у тебя проходят удары, броски, ты понимаешь, что с ним можно соревноваться. И после первой победы ощущения незабываемые. Спортсмен собирается идти и дальше. В планах самая верхняя ступень пьедестала. На данный момент я о тренерской деятельности не задумывался. Считаю, пока нужно достичь максимума в карьере любительского спорта. Пока у меня получается заниматься и выступать, я считаю, нужно в этом достичь успеха. Следующий серьезный старт ждет полицейского в Канаде. Там в июне этого года Игорь Кириллов будет сражаться за звание чемпиона мира. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Александр Петров. Республика.